Здравствуйте, ребята. Сегодня мы купили рассаду помидоров на рынке. Ох, дорогущие. Ну, аж куда деваться. Вот. И будем сегодня рассаду покупную садить. Сейчас я покажу, как вот я тут подготовил лун. Ну, сначала я взял вот так вот тяпочку, это все вот так вот отодвинул вот это. Вот. Сделал такую как бы траншею. Потом взял вот эту вот штучку. Вот. И вот это все, вот это место здесь было ровно, что так. И все, вот это вот хорошо, хорошо, вот тут вот, во, прям глубоко взрыхлил. Взрыхлил это я все дело. А потом беру поливалочку. И это дело очень-очень обильно водой поливаю. Заливаю, чтобы вода отстояла. Вот. Очень обильно, очень. Воды не залейте, заливайте, чтобы она туда вода промокла. Сейчас вот это я еще вот здесь поливалочку залью воду. Вода питается, земля сядет, и будем покажу, как мы садим рассаду помидоров. Вот рассада, такая вот невысокая рассада, хорошая, толстенькая, как она. И вот так вот берем они. Вот так вот ростки вот в одну сторону. Мы вот так вот берем в разные стороны. Вот так вот. В разные стороны, чтобы они были. И сюда вот. Почему я делал вот это водой залил. Потом берем такой вот инструмент. И вот это вот. Вот так вот. Хорошо, хорошо вот это вот. Вот видно, да? Угу. Что оно прям жидкое. Вот оно жидкое. Глубина какая хочешь можно сделать. И в это жидкое вот беру и вот эти помидорчики так вот раз, и они там корни прям уже в жидком, и просыпаю вот это все рыхлой земелькой вот так вот. Все. Вот сейчас еще возьму парочку еще, сейчас покажу. Вот они, загнуты в одну сторону, вот или ровные, можно вот так, все равно. Где-то сантиметров несколько друг от друга. Так, на палец на. Сантиметра два друг от друга. Сань. Опять. Беру вот так вот. Отступаю сколько? Сантиметров 30. Вот это вот. Прям измельчаю вот она. Размешиваю. Она жидкая прям. И она легко туда вот. Раз. Так их. О. И вставил. И они там. Там они корни сразу охватываются этой влажной землей. Вот так вот. Все. Вот так мы садим рассаду помидоров, то, что сегодня купили на рынке. Спасибо за внимание. До свидания.